Я предлагаю вам, у вас есть желание приобрести альбом, он зеркально сейчас, по-моему, снимается, Джованни Батиста, великолепный, не просто альбом, есть альбом, а это календарь на 2023 год. Каждый месяц у нас выделен отдельной гравюрой и ее фрагментами. Роскошнейшие гравюры, причем гравюры мы взяли в основном те, где Пиранези реконструировал древний мир. Я сейчас кого-то накажу. Кто-то ко мне лезет, без мелкий. Мать их бросила, вот пришлось их с сестрой приютить. Сейчас вот выхаживаю, потом разбегутся, конечно, в саду живут. Ночуют, конечно, вот уже здесь на террасе. Вот такой замечательный календарь по месяцам с реконструкциями Джованни Батиста представлял Рим, иногда зарисовывал. Вот, например, перед вами египетский обелиск, это все его зарисовки. И кроме того, еще есть календарь, то, что мы называем на магнитик, на холодильник, сразу по месяцам, Джованни Батиста Пиранези, напишите в электронную почту, указанную ниже, и вы получите этот календарь при соблюдении некоторых условий. Все там. Друзья, вчера мы снимали и посещали практически весь день, посвятили этому. Уникальные полигональные руины в Турецкой Республике, в провинции Мерсин, здесь в Анатолии, в Малой Азии. Это целый комплекс. Вы видите его, как будто это китайская стена с башнями. Может быть, сверху не видно таких подробностей, но когда мы покажем, вы поймете, насколько это качественные полигональные руины. Однако интересно другое. Перед вами сейчас предстанет удивительная абсолютно выборка, это даже не просто выборка и не просто карьер, это огромнейший, просто масштабный срез скалы, целой скалы. Именно отсюда, похоже, и брали блоки для изготовления этой полигональной кладки. Очень четкие, многометровые, там около 20-25 метров в высоту. Мы еще более подробно исследуем и расскажем об этом в следующих видео. Друзья, вчера мы снимали и посещали практически весь день, посвятили этому уникальные полигональные руины в Турецкой Республике, в провинции Мерсин, здесь в Анатолии, в Малой Азии. Это целый комплекс, видите его, как будто...